Для выполнения тантрической практики используйте ваджрасану или любую наиболее удобную для вас позицию в положении сидя. Положите на пол коврик для йоги или используйте свернутое одеяло. Опуститесь на коврик на колени, держа ноги слегка раздвинутыми, расположив ступни так, чтобы большие пальцы соприкасались друг с другом, и опустите ягодицы на пятки. Положите руки поверх бедер, расслабляя плечи и все тело. Слегка опустите подбородок, держа голову вертикально, сохраняя спину расслабленной, не слишком прогибая ее назад. Закройте ваши глаза, держите их закрытыми на протяжении всей практики. Делаем глубокий выдох и равнодлительный вдох. Дышите как можно глубже. Дышите настолько медленно, насколько это возможно, не создавая в организме напряжения и излишних усилий. Выбранная асана позволяет практикующему осознавать и обрести контроль над сексуальной энергией, сублимируя ее направленные действия. Дыхание медленное. Выдыхайте и вдыхайте максимальное количество воздуха. Очень медленное и глубокое дыхание даст возможность без малейших усилий на мгновение задержать дыхание, совершая глубокий вдох. Медленное и глубокое дыхание дает возможность без усилий задержать дыхание, завершая глубокий вдох. Вдыхайте как можно глубже. В конце вдоха на секунду, без напряжения, задерживайте дыхание. Переходите к глубокому выдоху. Выдыхайте как можно больше воздуха. Затем вдохните. Вдохните максимальное количество воздуха, на секунду задержав дыхание в конце вдоха.
Продолжайте дышать, выполняя сбалансированное дыхание, отождествляя себя с самим дыханием. Постепенно, без напряжения и усилий, увеличивая задержку дыхания на вдохе. Направленное дыхание во время практики помогает восстанавливать силы и улучшает здоровье. Осознавайте себя дыханием. Оставайтесь самим дыханием. Это оказывает на работу организма чудесное, успокаивающее влияние. Продолжайте выполнять дыхание, выполняя глубокий выдох. Выдыхайте как можно больше воздуха. И затем вдохните полными легкими. Вдохните максимальное количество воздуха без напряжения, задержав дыхание в конце вдоха. Станьте самим дыханием. Положительный эффект данного метода прямо пропорционален степени вашего осознанного участия в выполняемой практике расслабления. Отождествляйте себя с самим дыханием. Глубокий выдох, максимально наполненный вдох и остановите дыхание на несколько секунд, достигая освежающего и наполненного расслабления. Выдох и новый вдох. Глубокий выдох, максимально наполненный вдох. И остановите дыхание на несколько секунд, достигая освежающего и наполненного расслабления. Выдох. И новый вдох. Движение дыхания по организму происходит естественно, без лишнего напряжения, создавая освежающее и наполненное расслабление. Максимально медленный и глубокий выдох чередуется с глубоким вдохом. Вдох завершите задержкой дыхания. При правильном выполнении дыхательных движений и регулярности выполнения практики задержка дыхания происходит самостоятельно и естественно. Выдох и новый вдох.
Станьте самим дыханием. Положительный эффект данного метода расслабления прямо пропорционален степени вашего осознанного участия в выполняемой практике. Отождествляйте себя с самим дыханием. Глубокий выдох, максимально наполненный вдох, и остановите дыхание на несколько секунд, достигая освежающего и наполненного расслабления. Выдох, новый вдох. И задержите дыхание, достигая освежающего, наполненного расслабления. Выполняя практику в течение нескольких недель, время самопроизвольной задержки дыхания будет постепенно увеличиваться, оказывая благотворное влияние на весь организм. Глубокий выдох и максимально наполненный вдох, и организм автоматически задержит дыхание на несколько секунд. Выполняемая тантрическая практика благотворно воздействует, восстанавливая работу пояснично-крестцового отдела. Вместе с дыханием по организму движутся нервные импульсы от мозга к мочеполовой системе, высвобождая работу мощного энергетического канала. Глубокий выдох, максимально наполненный вдох, и остановите дыхание на несколько секунд, достигая освежающего и наполненного расслабления. Выдох и новый вдох. Здоровья и процветания!